39-я школа, значит, 2К. Сейчас мы с тобой посмотрим. Привет, ты на канале Way Up Music. Значит, я списался с Ильей, познакомился с ним лично. Оказалось, что я делал на него реакцию. Сказал тогда, что его хреново отмелодинили, хреново обработали. Уже точно не помню, я не стал пересматривать, что там было. Вот, в общем, если это тебя задело, бро, сорямба, сорямба. Это всего лишь реакция, это всего лишь мое мнение. Возможно, сейчас я еще какую-нибудь хуйню скажу, поэтому не обессудь. Так, погоди, это у него ногти накрашены, что ли? А, да? Типа, пацаны с Кыргызстана же вроде. Нормальная такая школа. Из соседней школы толпа. 39-я школа против наших пацанов. Собирайте кентов, нас ждет баклан. Нас ждет баклан. Рак не заканчивается рано. Звонок из окна беднеется. Из соседней школы толпа. Я номинант на то, чтобы выйти по разам. Меня взяли на понт, сказали так надо. Меня запомнит братва, перед боем мне кинут все краба. Этот громила занимался тайским хуйсем. Я занимался сексом взрослым прошлым летом. Так, парень занимался сексом взрослым, значит, прошлым летом. Детским сексом он перестал уже заниматься, как я понял. С того момента. Я возьму кастет и заряжу ему вибальник. После меня отпинает. Из соседней школы толпа. 39-я школа против наших. О, мотив хороший. Собирайте кентов, нас ждет баклан. Звонок из окон виднеется. Я только не могу понять, нахуя они пухляка пиздили. Типа, баклан. Баклан в школе со школьниками же бывает. А тут пришел пухляк. Вот. Ему сколько лет, блядь. Он школу давно уже закончил. Он охранник, кто он, блядь, в школе. Соседней школы толпа. Зауч набирает моей маме. Сын на ваш как мыркибаны. Заебал мыркибаны своими лишниками. Проебал уроки и экзамен. Пусть сутки просидит в обезьяннике. Может тогда всем лучше станет. О чем ты базаришь, старая сука? Тебя тоже поджидаю. Соседней школы толпа. Мырка, мырка, че такое мырка? Мырка это типа колхозник, да? Мамбет у нас в Казахстане. В Кыргызстане мырка получается. Правильно? Ара-па-па. 39-я школа против наших пацанов. Собирайте кентов, нас ждет баклан. Рак заканчивается рано. Звонок из окна виднеется. Из соседней школы. Ну, клип качественный. Хорошее исполнение. На этот раз с мелодином все заебись. Ну слушай, картинка прям киношная такая. Уровень пацаны показали. Трек качает. Аудитория школьникам всем зайдет. Нормально, смотри, прям. Команда какая хорошая делала, да, большая. Клип на уровне снят вообще прикольно. То есть я до каких-то моментов докопался, да. Но это была бы не реакция, если бы я просто посидел и сказал бы, хм, классно, классно, пацаны, молодцы. Ты же здесь для того, чтобы я хуйню какую-нибудь сказал, правильно? Вот, в общем, что думаешь ты, пиши комменты. Меня зовут Саша Вустайл, Рахмат Рахмет за просмотр. Салам алейкум. Work hard, play hard, ты не мотила, дай. Скажи, кто ты.